Я должен его забрать каким-то образом. И защита от заморозки. Скорее всего, я заберу его. Ох, ни хрена. Да ладно, контейнер X50. Друзья, в этом видео разыгрывается 10 контейнеров. Чтобы поучаствовать и забрать конты, вам нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео и в комментарии написать свой игровой никнейм и слово «участвую». А итоги будут на стриме. Всем привет, друзья, с вами Виталекс, это начало майской ЗЛПхи, у нас X50 золотые ящики, и я успешно беру первый этот золотой прекраснейший ящичек. Друзья, перед просмотром данной мега опасной ЗЛПхи рекомендую вам подписаться на канал The Side Play. На его канале проходит очень много стримов, не просто ежедневно, и в них он играет с подписчиками, также бросает им золотые ящики, поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и обязательно передавайте от Виталекса привет. О, золотой ящик на этом мосту, впервые вижу эту точку, но постараюсь как-то отжать. Тут, правда, есть, так скажем, чувак с ником Воркаут, наверное, он типа паркурист какой-то опасный, поэтому... Ох, ни хрена! Кто из нас паркурист? Просто... Голдик, нифига себе, развернул пушку, смотрю, тут точка, нужно лететь, ребят, нужно как-то опять паркуром. Что-то я сегодня как-то в паркуристы заделался, ну ладно. Так, обычный голд, не контейнер, но берем красиво, ребят, с вас лайк. А я просто как птичка-синичка. Чик-чирик. В смысле, там читер хотел у меня забрать? Ты чё? Я вообще горобчик боевой. Я сейчас как заберу на изи. Так, где тут еще один? И все уже. Я просрал свое счастье, да? Кинцев. А, ну все, короче, пацаны. Вроде так близко, так далеко. Поставьте лайки, вы не будете так далеко голду, как я. Вроде близко, вроде далеко. Ох, поздравляем. Переходим дальше. Ты что стреляешь, грыша? Ну тебе... Контейнер летит. Ребят, что делать? Что делать? Я волнуюсь, потому что мне кажется, сейчас... Что сейчас меня могут слить. Но скорее всего, я заберу его. Но все равно опасно. Да, я забрал. Офигенно! Просто два конта в одном бою. Первый, кстати, я тоже в этом же бою взял. И 3500 кристаллов. Ой-ой-ой, еще один золотой ящик. Слушайте, тут все-таки опасно, все-таки с припасами. Ну ладно, сейчас мы вас быстренько устраним, господа товарищи. Вот так вот вас хоп. И забираем. Нормас, нормас. Переходим дальше, пацаны. Ля, какой летит красивый. Ну, нужно паркурить, пацаны. Тут просто Big Tanks паркурист. MC просто нагибатор. И умиратор. Блин. О, прям точка возле меня стою. Тут просто покуриваю в стороночке. Ну, вы понимаете, типа, просто это образно. Я не курю вообще за здоровый образ жизни. Но голдбек хочу забрать. Тут, короче, нужен прыжок. Эй, не лагайте, пожалуйста. Тут бомба сейчас всех снесет, и я заберу. Да. Да, офигенно. Видал, видал, дико жига. Да-да-да, я такой опасный. Мне еще и бомба в кармане осталась, я ее не поставил. Ха. Воу, только зашел сразу же голдик. Летим на нитрухе. Ой, какой уголочек красивый. Так, берем броню. Делаем вид, что тут ничего нет. Так, уничтожаем всех потихонечку. Я думаю, что этот Васпик точно не претендует. У него тут дата 2006 год. Так, ты 2006 года мальчишка, что ли? Так, уничтожаем и забираем. Ну, это было просто безумно просто. И, кстати, я не знал, что здесь есть точка в уголочке. Ну, опять два голда, нифига. Слушайте, тут какие-то X50, что ли? Так, точки, где все точки? Это хорошо, ребят. А может, контейнер какой-то, а? А ну-ка, эх, раскачку делаем, смотрим, что там. Обычный голд, ну, ничего, ничего. Сейчас будем бороться, ребят. Вот так сейчас будем, наверное, вот так бороться. Ой, тут мамонт с сверлом. Да, я забрал, да. Просто у мамонта сверлящего с бензопилой. Такой огромный я у него забрал. Да, поздравляю меня, переходим дальше. О, золотой ящик, я на респе. Так, о, да ладно, ни хрена себе респ. Да ладно, просто да ладно. Это контейнер, не? Нет, это не контейнер. Я бы сейчас вообще просто офигел. Я, кстати, играю тут с офигенным дроном. У меня сразу нарочка, типа, так что, в принципе, походу, этот голд мой. Вряд ли меня сольют. И так оно и есть. Да, я забираю и переходим дальше. Опа-на, золотой ящик, ребят. Точка, хрен знает. О, вот она, нифига себе. Блин, карта жаворонки. Вроде бы такая более-менее компактная. Но она сейчас застопорит всех. Поэтому я уеду. И потом подъеду в конце, это круг почета, как обычно, и забираю. Офигенно! Воу, пацаны, голд на легенде. Надо легендарно как-то забрать, что ли, красивенько. У меня, в принципе... О, это контейнер! Охренеть, просто охренеть, пацаны. Я должен его забрать каким-то образом. Да, контейнер, открываю. Офигеть, это, кстати, первый новый контейнер. Сейчас же изменили, у меня остались старые контейнеры, которые были нормальными контейнерами. И теперь вот он, новый контейнер. Открываю и...
Защита от заморозки! Да ладно, устройство на корпус, пацаны! Офигеть, это просто офигеть! Ребят, всем желаю подобных призов. В принципе, я считаю, это нормальное устройство, топ. Воу, бой только начинается, сразу голд. Вот это я понимаю, повышенные голдбеки. Ой, ребят, а я заметил точку. Так, товарищ, ты ее не видишь, ты ее не видишь. Ну, даже если ты видишь, у тебя не так много хп-шечек. Так что, пацаны, прошу прощения, извиняюсь, извентиляюсь, но, по-моему... По-моему, мне пора прыгать. Мне пора... Да, забрал. Фу, капец, блин, просто как какашечка какая-то. Ставим миночку. Точку нашли, мину поставили. Отъезжаем, уничтожаем конкурента. Извини, второго конкурента. Но вы будете прыгать, пацаны. Мне не хочется как-то, ну, с вами делить этот золотой ящик. Поэтому я паркурю на танк. Вот так вот врываюсь и 100% забираю. Да, забираю, хоть не контейнер, но голдбэк тоже пойдет. Переходим дальше, ребят. Еще один прекраснейший золотой ящик. А, куда мне ехать? Два! О, теперь я знаю, куда мне ехать. Я нашел точку, ребят. Нужно устранить вот этого вот бека чебрека. Он думает, что он заберет, но не тут-то было, в принципе, пацаны. Но шанс есть у этой воспожиги, да, и у хорька, в принципе, шансы есть. Да у всех шансы есть, но у меня больше их. И да, я забираю. Погнали дальше. Это уже третий подряд в одном бою, смотрите. Они все пишут, что я читер какой-то. Все, погнали дальше. Ну вы меня хоть верите, что я не читер? Я просто еду и беру. Еще одна точка. Слушайте, там, по-моему, вообще никого нет. И я... Ой, прости, Гром, пожалуйста, Гром, прости. Но это... Подождите, это четвертый голд подряд в этом бою. Поздравляй меня снова, ё-моё. А, тут снова точка, ребят. Я не знаю, меня сейчас салют, у меня нет хп. У меня нет хп, но я буду бороться до последнего. Но это пипец, 4 голда подряд я забрал. И я думаю, что это уже нормально, в принципе, неплохо в одном бою. Напишите, ребят, сколько вы брали за один бой. Максимум, максималочка, так скажем. Но я, походу, беру пятый. Да, 5 подряд. И тут 2 даже в одном месте, в одной точке. Все, переходим уже точно дальше, друзья. Я вижу точка, какой красивый. Питон. Питон, не будь агрессивным. Так, ребят, просто мастера паркура продолжаются. 20-20. И Биг Танк с парку. Рис нахрен! Да! Хо-хо! Просто Ямакаси! Переходим дальше. Меня все поздравляют. Спасибо, пацаны. Спасибо, ребят. Просто вы лучший подписчик. Да ладно! Нифига себе, респ! Так, куда ты едешь, воспожига, я не знаю, но это мой золотой ящик. Он аж от испуга обосрался. Опа, голдбечочек, голдбечочек, ты где? Та точка, точка, так, я просто как терминатор одним глазом чекаю одну сторону, вторым другую и нахожу точку. Ребят, тут нужно предпринимать что-то, предпринимать, то есть я как предприниматель, паркурист. Может быть, я... Нет, не паркурист. И контейнер! Слушайте, это неплохое такое дельце для меня, Ямакаси Мэна. А мы сейчас вот так поставим бомбочку. Потом уничтожим пацанчика и заберем конт. Я его забрал! Я забрал конт! Охренеть! Я там вообще ничего не понял. Там все мигало, светилось, блестело. И открываю двойной урон. Точечка! Так, никто не говорите этому титану, что голд здесь. Не говорите ему, не говорите ему. Так, все нормально. Он не знает, поэтому я тут поставлю, типа, такой вот минообразный какашоночек. И, в принципе... Ой! Электрики приехали, ё-моё, забрал их. Золотый ящик у нас уже на карте. Ребят, я начал на украинском, но закончу взятием золотой. Два! Ни хрена себе. Слушайте, так это офигеть. А где второй? Блин, я что-то вообще ни одной точки не... А! Нифига себе, в тылах, прям вообще в жопе мира. Но я, походу, не успеваю. Хотя, если с ДДшечки буду убивать, то заберу. Да, закончил взятием, как и говорил. Все, переходим дальше. История о том, как Биг Танк ждет голд в бою. Просто сижу, минируюсь, потому что все на меня набрасываются. О, я, кстати, вижу один голд. И, скорее всего, я его и заберу. Блин, если меня, конечно, не минусанут сейчас. Нет, вроде все нормально. Можно тут почистить немножечко чувачков. Так, кто тут мне мешает, в принципе. Так скажем, мы их немножечко сейчас почистим. И... пожалуй, заберем. Ну да, что, смотреть на этот гол, что ли? Нет, забирать надо. Все, убегаем, 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 пока не съели. Друзья, я нашел точку. Тут стоит опасный защитник этого голда. Это был Васпашав. Он был. И мы ставим вот тут такую бомбочку. Курлык, курлык, бабах! И забираем спокойненько. Переходим дальше. О, как спокойно за окном дождик. Я беру голдвеки, но вы ставите лайки. Просто блаженство. Друзья, у нас золото. О, точка неплохая довольно-таки. Можно здесь поставить бомбу и спокойно забрать. Чего вы, пацаны, не летите? Вот так, летели, полетели, забрали, улетели. Ребят, нашел точечку. Нужно спрятаться как-то аккуратненько, чтобы меня, типа, никто не видел.
Так, меня здесь не было. Я знаю, что они сейчас все овердрайвы свои повключают. И тогда, когда они повключают овердрайвы, уже приеду я и заберу все. Оу, вот это респ. Так, пацаны, по-моему, меня ни бомба не взрывает, ничего не взрывает. И я, по-моему, забираю, не? Вам не кажется, пацаны? Или что-то может быть по-другому? Нет, все так, как надо, я забираю, переходим дальше. Опа, ребят, у нас голдик. Раз, два, три, четыре, пять, голдик я иду искать. Где же он? О, нифига, он так быстро падает. Так, сейчас тут, короче, будет просто дикая бойня. Сзади жига, я, в принципе, должен выдержать. И вот так, блин, там была мина, я мог запаркурить. Но, тем не менее, на вас по смоке. Он такой шустрый, я забираю и сальтуху, ребят, для вас, для тех, кто поставил лайк. Хопа, на... Контейнер летит, ни хрена себе. Ребят, это... Взрывайся. Блин, блин, я просрал контейнер, охренеть. Ладно, хотя бы голд заберу. Все, ребят, на этой ноте прекрасной мы заканчиваем данную залпеху. Надеюсь, она вам понравилась. Так же, как и мне ловить голдбейки. А мне очень понравилось. Напишите, сколько вы поймали. И если здесь наберется 3000 лайков, то я запишу еще одну залпеху. Все, с вами был Биг Танк. Всем удачи. Всем пока, ребят.